Итак, в Архангельской области изъято более 6 килограммов наркотиков. Крупный канал поставок перекрыло спецуправление ОМВД. При содействии отряда «Гром» до потребителей не дошло более 20 тысяч разовых доз. В ходе обысков по адресам проживания обвиняемых в Архангельске и Северодвинске было изъято еще свыше 3 килограммов наркотиков. Запрещенку оперативники обнаружили даже в детских вещах ребенка одной из участниц группы. Задержаны 5 предполагаемых участников группы, занимавшейся распространением наркотических средств на территории региона. Одного из фигурантов наши сотрудники задержали на посту ДПС на въезде в город Архангельск. 35-летний ранее судимый за аналогичное преступление мужчина находился в автомобиле в качестве пассажира. Водитель ничего не подозревал. По всем фактам были возбуждены уголовные дела. Двое фигурантов заключены под стражу, остальные под подпиской о невыезде.